Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Strike Force Kitty или Котики вперед. Мы остановились с вами на 13 уровне. Так, смотрите-ка, у нас опять герои из Mortal Kombat, да? Это, по-моему, Сектор. Это Синдл. Угу. Спайдермен что-то здесь делает. Капитан Джек Воробей. Так, это у нас Милена или Китана, я уже не помню. Сайми-то. В общем, друзья, давайте-ка мы, наверное, будем потихонечку приступать. Нам нужны определенные навыки. То есть глаз и лапка. Глаз и лапка. Ладно, сейчас мы с вами это дело замутим. Глаз и лапка. Так, меняем. Значит, вместо телепорта мы, наверное, с вами возьмем вот этот скилл, да? А вместо... Лапку мы возьмем, наверное, вместо вот этой. Надеюсь, тут не будет никаких ловушек, иначе мне придется что-то другое делать. Так, и поехали. Нет, подожди, поехали. У нас денежка есть, у нас 383 монетки, поэтому я, наверное, возьму подкрепление здесь, да? В плане силы умений на 20%. Вот таким вот образом. Ну что, теперь, я думаю, нам пора с вами уже отправляться. Заодно и посмотрим. Здесь 4 сундучка у нас будет. Фух, с богом. Воу, ничего себе тут нам. Так, мы начинаем вот отсюда. Телепортов я не вижу. А как же мы, интересно, попадем с вами вниз? Ладно, вначале пойдем посмотрим, а дальше уже будем определяться. Так, понятно сделать. Ой! Погоди-ка, погоди. А что он ржет-то? Я же вроде бы взял определенный этот скилл, где мы с вами не имеем права падать вниз. А, вот оно как работает. Все, я понял, друзья. Ладно, давай быстренько накумаривать. Это у нас персонажи из Mortal Kombat. Давай-давай, мы их быстренько... Ох, как хорошечно мы бомбим. Вау! Так, а костюмчик получили. Неплохо, кстати, очень неплохо. Так, ловушек вроде бы я тут особых не замечаю. Так, ничего себе. Это у нас Сектор. Ну, не приз, конечно же, но тем не менее. Мы получили маску. Быстро как-то мы с ним сейчас разобрались. Так, здесь мы падаем. И вот у нас тут. Вот этих вот охламонов я не знаю, откуда они. Напоминает мне... Он что там, с бананом или с чем? Он бананом бросается, этот парень, да? Аглоедушка. Так, у меня больше нет никаких скиллов. Мы получили бороду. Дай, пожалуйста, свою эту бейсболку мне. Ну, отдай, говорю, бейсболку. Выстрели. Отлично. Нет, он дал мне майку свою. Замызганную, ладно. Друзья, ну, неплохо, я скажу. Получили бороду, маску от Сектора и три костюмчика. Поэтому, естественно, заново. И будем дальше бомбить. Так, вот тут главное не упасть нам. Что ж ты, Рэй, делаешь? Ну, как ты так? Хорошо, что эта ямка здесь недалеко, да? То есть мы с вами... Вот. Надо внимательнее все это делать, просто внимательнее. Так, ну что, нам придется этих барышин опять же забомбить. Хотят они этого или нет. Так, давай. Добиваем. Очень-очень хорошо получается у нас с вами. Так, по-моему, по фулл сету мы с вами заработали. Слушай, а как я должен вот вниз туда попасть? Я, кажется, понял. Как мы с вами должны туда вниз попасть? Мы должны там вниз опуститься и чисто там идти. Ладно, пока здесь, по-моему, фулл сеточка сейчас была только что. Фулл сеточка, это означает, что фулл сет мы с вами собрали. И внизу сундучок. Угу, вот оно что. С этими охламонами мы с вами не справились в прошлый раз, поэтому нужно их сейчас как-то пробить, уничтожить, бомбануть. Так, опять борду он мне дал? Нет, по-моему, тут костюм, да? И тут уже оружие мы выбили с вами. Замечательно, друзья мои. Так, я хочу посмотреть, что мы с вами здесь открыли. А ну-ка, давай заценим. Так, здесь фулл костюм, отлично. Так, не нужно, все не нужно. Кстати, кто-то говорил, что фулл сет лучше, чем так. Нет, друзья мои, нифига не лучше. Если я буду надевать фулл сет, вы сами прекрасно видите, какие у нас минуса идут. Так что это оптимальный вариант, когда выбирать из сета нужную тебе вещь и, соответственно, ее одевать. Вот, например, здесь вот видишь, маечка, она подойдет моему стрелку вот сюда. Вот, потому что она дает прибавку, причем довольно неплохую. Ну что, у нас пока еще бонус держится, я не вижу. Ладно, это не важно, погнали. Погнали дальше. В общем, у нас с вами только лишь собрат один сет, да, получается. Один же сет. Ну-ка, так, у нас тут-то, кстати, тоже новинки. Я уже и забыл про это. Давай-ка посмотрим.
Слушай, неплохая прибавка к ХП идет. Очень неплохая. И я, знаешь, что думаю? Блин. Ух ты. Вообще шикарно. Слушай-ка, я, наверное, возьму это нашему танкули. Вот сюда вот. Отлично, очень. Так, смотри-ка, здесь тоже дает плюсики. Вот именно дальний бой. Давай-ка вот сюда, наверное, мы возьмем. И вроде бы все, да? У остальных мы с вами все посмотрели. Отлично, отлично. Мне уже нравится, как наши котики немножечко усилились. Поехали. Значит, нам нужно что с вами сделать? Ну, здесь главное перепрыгнуть, не упасть. Что он там орет? Что там орет этот котик? Так, вот сюда мы с вами пойдем. Просто я хочу вот этих героев тоже побомбить маленечко. Они мне нужны. Так, хорошечно, хорошечно. Давай, 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 наказывай. Ага. Нормуль. Пока все идет солидно, друзья мои. Мы бомбанули. Так, забрали костюм. Два костюма забрали. Это уже хорошо. Так, я не помню, мы... А, сундук. Сундук, конечно же, нужен сундук мне. Меня развернули обратно. Хорошо, давай проверим. Мы здесь с вами не были. Здесь мы с вами не были. Погоди. Вот оно что, друзья мои. Нам нужно с вами брать кулак. Почему? Чтобы мы могли с вами уничтожать преградки. Вот что я тебе хочу сказать. Ну, мы же этого не знали с вами, согласись. Так, нормуль. Даже очень хорошо. Так, рыбок мы собираем с вами. Тут, я надеюсь, никакой пропасти нет, а то упадешь и все, и разобьешься. Хм, слушай, солидно. Давай-ка глянем, что мы с вами тут приобрели новенького. Так, здесь у нас фул, да? Так, у нас с вами... Ага, сайта мы с вами не забрали. Хм. И здесь, я так понимаю, тоже мы с вами не забрали шапку, да? То есть у нас еще очень много чего нету. Поэтому надо проходить. Конечно же, будем проходить с вами, но пойдем на тренировочку. Еще маленечко надо позаниматься, да? Наши котики-качки, давай вот тут так сделаем. А здесь то же самое. Так, этим нужно на скорость. Так. Слушай, мы вроде рыбу собираем. А что-то нифига у нас... Прибавки не идет к прокачке. Странно. Ну-ка, и бонус у нас, как я вижу, закончились, да? Опять придется тратиться, опять придется покупать. Ну, а что ты хочешь? Ну, 6 минут, это, знаешь, как моментально просто это время истекает. Так, ладно, друзья мои, погнали. Я не буду пока брать кулачок этот, который мне нужен был бы, в принципе, чтобы пробивать преграды. Пока он мне не нужен. Так, здесь мне нужны саи. Так что давайте с ними разберемся. Чтобы я уже их потом не трогал в следующий раз. Ага. Вот, все, саи мы с вами заработали. Минусанули мы их. Здесь эти рыбки мы забираем. Так, тут фулл сет, нам это не нужно. Так, вот у этих охламонов нам чего-то не хватает. Так, по-моему, здесь мне не хватает бейсболки, если я не ошибаюсь, да? И указки, или прутик там, что у него в руке, я не знаю. Давай бомбанем их тогда. Так, фулл сет, фулл сет. Все, друзья мои, грубо говоря, по нижним персонажам мы с вами заработали, по-моему, все. Остается только в самый низ. Давайте порадуйте меня, котик, подожди. Это король все кипишует, все. Бедный нервничает, да. Тут у нас фулл сет, смотрим, ребята, по шмоткам. Опачки, ты посмотри, 11 хп, ну зато минусуем себе атаку. Мне это невыгодно. Так, а здесь... А здесь у нас, ну, тоже не так. Не так все хорошо. Вот, мы можем забрать прутик. Ну, прутик это, по-моему, да, это ближний бой. А, вот куда я могу поставить этот прутик. Вот сюда, да-да-да. Вот с этим прутиком он пускай бегает. Так, сай, так, посмотрим, что у нас здесь дает. 2 к скорости, минус к атаке. Это невыгодно. Так, курточка, фигня. Шапочка тоже ерунда получается, да? Мы очень много теряем по здоровью. Ну, естественно, я на такие риски не пойду. Так, я ничего там не пропустил? Да елки этой палки, что ты делаешь? Вот сюда. Да блин. Верни, по-моему, ничего не пропустил я, да? Да, все отлично. Ну что, друзья, нам остается только лишь внизу подобрать и... Так, вот... Погоди-ка, а у меня здесь есть пробивание преград? Значит, те преграды просто по приори своей не разбиваются, да? Ладно. Короче, здесь мы с вами никого не трогаем. Наверху.
Вот только вот здесь вот вниз уже спускаемся, да, по этой вот нижней тропинке. И разбираемся уже вот с этими, с этими аглоедами. Так. Отнимаем у них full set. Два костюма нам нужно, да? Тут нам нужен парик и меч нам понадобится здесь. Так, маску отобрали. Угу. Парик, нам еще нужен парик. Ну, с этим мы драться не будем, мы уже от него получили все, что нужно. Так, здесь разворачивает нас. Мы с вами бежим сюда, прыгаем. Так. А, ну да, все нормально, все хорошо, все отлично. А, вот, ребята, у нас и капитан Джек Воробей. Ой-ой-ой, боюсь, мы с ними здесь не справимся. Да? Ну, естественно, очень мало здоровья. Мой бедный котенок не выдержал. Не выдержал такого напора. Нужно больше тренироваться. Да, 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 нужно больше тренироваться. Это я все прекрасно знаю. Также еще нужны мне, скорее всего... А, нет, 4 минуты еще у меня действуют. Хм. А почему же тогда нас так быстренько забомбили? Не знаю, друзья. В любом случае, нам нужно с вами full set поднимать. Так, главное не упасть. Я боюсь упасть здесь. Так, ну что, добиваем, наверное, по последнему разику, да, этих хохломонов. И у нас будут полностью все шмотки. Полностью все шмотки будут от нижнего ряда. Будем уже с вами там по верхам ползать. Ну, пилу отдашь свою или нет? Все, друзья. Тут мы с вами ничего больше делать не будем, потому что внизу нам делать абсолютно нечего. Все у нас с вами поднято, собрато. Остаются лишь верхушки. Господи, да... Ну, ё-моё. Ну что я так тупанул, друзья? Тупанул сам. Зря я так сделал. Блин, ну вот эти вот прыжки меня вот больше всего здесь напрягают. Серьезно тебе говорю. Понимаешь, за это нам ничего не дает. Ни опыта. Нет, ну единственное, что голду, да, мы с вами выбиваем деньги. Это единственное, наверное, плюс. Ну, рыбок мы возьмем с вами. Ну, сейчас он опять нас... Да надо было прыгнуть вниз туда, в пропасть в эту, да и все. Че, у меня состав вообще не алло, друзья мои. Очень слабый. По хп и по всему. Ай-яй-яй. Да. Вот что значит невнимательность. Ладно, давай попробуем еще разок. Только я не знаю зачем. Вот как нам туда попасть, интересно мне? Наверху там домик. Так, идем сюда. Проходим, проходим. Ну, может быть, хоть кого-нибудь-то сможем бомбануть. Я сомневаюсь в этом очень сильно. Да-да-да-да-да. Нас тут быстренько и расплющили. Естественно, заново. Естественно, заново. Идем, довольные такие. Оп, перепрыгнули, все хорошо. Естественно, я с этими сталкиваться не хочу. Они мне не нужны. Так, рыбки, это все понятно. Тут главное не упасть. Нормуль. Так, ну что, сейчас будем драться с пиратами. Я не знаю, правда, тут, по-моему, один только лишь пират. Но не имеет значения, друзья. Давайте их нахлобучивать. Давай-давай-давай-давай, родные мои, бомбим их. Ну, да что ж они такие живучие-то. На-ка! Так, подожди, а куда вы там? Нам нужно теперь еще дальше выше подниматься. Дальше выше. Вот здесь. О! Так, ну что, родной, здорово. С тобой мы не завершили наш прошлый бой. Ты нам что-то там не отдал, по-моему, маску, да? Все, по-моему, full set, друзья мои. Так, а что же тогда остается у нас? Хм, остается только лишь... Да, друзья, остается лишь добить Джека Воробья, да, и этого прихвостня с двумя мечами. Почему вы мне не отвечаете? Да потому что мне некогда, я в боях, котик. Так, давай-ка мы проверим, что нам новенького тут досталось. Ага, ерунда. Смотрим здесь, тоже не особо хороша курточка. И оружие тоже ближнего боя не алло, друзья мои. Да, котик, уйди, ты меня отвлекаешь. Вот. Так, смотрим, друзья мои, очень внимательно. Вот, смотрите-ка, вот здесь, например. А, ну это ближний. Ближний бой. Я хотел поставить вот этому котику, но невыгодно. Что здесь у нас получается? Получается тоже ерунда. Ну что, остается. А, тут смотри-ка, тут еще нужно по две шмотки. То есть это получается шапку, да? И оружие. В общем, две заходки как минимум нам нужно с вами сделать. Так, друзья мои, пойдем в ресторан. У нас еще полторы минуты есть. Я думаю, что этого времени нам хватит пройти этот 13 уровень
побежали, почесали быстренько шемин там. Быстренько шемин там, как говорится, да? Да ёпарасете, Рэй, ну что ты, да-да, заново. Как же меня раздражает вот это вот. Вроде прыгаешь, вроде кажется все-все идеально, но миллиметр, как говорится, не дотянул, и все, и ты падаешь в бездну. Так, давай-ка тут аккуратненько. Аккуратненько, Рэй, не выпендривайся. Веди себя естественно. Ага, все хорошо у нас получается. А, ребята, и вот у нас эти пиратики. Вот, в принципе, от них нам нужна шляпа, парик, ну и так далее и тому подобное. И плюс еще, естественно, оружие. Потому что в данный момент у нас только костюмы от их сетов. Сейчас мы их быстренько закумарим. Не волнуйтесь, все будет у нас хорошечно. Так, этого мы сейчас бомбанем. Бомбарвей киргуду. Шутка. И двигаемся с вами наверх. Наверх, наверх. Ну, я этого, наверное, спайдермена буду перепрыгивать, потому что он мне не нужен, мы с ним подрались. Так, заодно рыбок тут пособираем с вами. Все. И проходим. То есть нам нужно сделать еще, друзья, одну заходку, да, для того, чтобы уже забрать у них все оружие ихнее, которое там осталось. Так что сейчас мы это с вами будем делать. Но этот уровень, согласитесь, довольно-таки легенький. Ну, относительно легкий. Нет тут каких-то тут замудрешек, телепортов и так далее и тому подобное. Просто все легко проходишь. Главное не падать, быть внимательным, и все будет хорошечно. Так, друзья, вот пиратики. Давайте их бомбанем. Я буду просто применять все скиллы, которые у меня только есть, чтобы как можно быстрее их забомбить. Да и все. А дальше пойдем. Вот. Забрали меч. И два меча тут забрали. Все, друзья, фулл сет у нас с вами в кармане. Соответственно, этот уровень у нас пройден на 3 звезды, то есть идеально. И мы с вами будем сейчас идти на следующий этапчик. Так. Такая музычка еще, да? Такие... Котики вперед, довольные, елки-палки. Да, друзья. Но, погоди. Стопэ. Стопэ, стопэ, стопэ. А что я не добрал? Так, левел ап, давай посмотрим. Так, что у нас тут есть хорошенького. Уже вижу, друзья, шляпу, которую вот сюда вот возьмем. Так, тут, смотри, 18 к здоровью дает. Вау. 18 здоровья — это фигня. Так, тут у нас что? Тут, друзья, ага, вижу. Мечи. Мечи мы с вами даем второму нашему танку. Вот так вот. Что я пропустил? Неужели сундук? Неужели я где-то не добрал сундук? Ну-ка. Опс, а где он лежит? Так, а где у нас лежит этот сундук? А ну-ка посмотрим. Хм. Вот здесь мы убьем пиратов, так? Потом идем выше, выше. Выше. Так, погоди-ка. Раз, два, три. Четыре. Погоди-ка, вот здесь у нас сундук есть? По-моему, вот этот сундук я не взял. Друзья, давайте проверим. Давайте проверим, по-моему, где-то я немножечко лопухнулся. Так, смотрим. Здесь я перепрыгиваю. Вон он, да, он внизу, друзья. Я его и пропустил как раз. Ну что же, замечательно. Хорошо, что он тут был близко. И это нормуль. Все, теперь отлично, друзья. Мы с вами прошли и идем с вами на 14 уровень. И смотрим здесь, что у нас. Вау, Спайдж Боб, что ли? Так, а это-то кто такие? Кто это такие? Не пойму. Что это вообще за герои такие? Для меня это вообще какая-то новинка. Так, вроде бы все у нас тут хватает, да? Нужные навыки у нас одеты. Давай посмотрим. Вау. Тотем здесь? Хм. Ну-ка, давай проверим, друзья мои, что тут у нас такой за уровень. Опачки! Я понял, что мне нужно здесь брать. Так, ну, для начала разберемся вот с этой вот... девчули, кстати, оружие до боли знакомо. Это тетрадка смерти, да, как вы сказали? Отсылка именно на нее, да? Ой-ой-ой-ой. Ой, там дерево было, господи, я уж испугался, что сейчас провалюсь в пропасть. Так, тут есть деревья, которые нас разворачивают, ладно. Ключ забрал. Ключик я забрал. Ну, понятно, в общем, надо будет брать здесь, друзья, такую штучку, которая будет нам показывать, где находятся ловушки.
Так, ну, Спанч Боб. Ай-яй-яй. Ну, котики, ну не подведите меня, родные мои. Так, выбили очки. Спанч Боб, успокойся, а. Так, нормуль. Прихватку. Так, ладно, идем. Открыли. Да, ё-моё, ну понятно, мы из-за этого с вами героев-то больше, наверное, терять и будем. Так, а это что у нас? Я не знаю, что это за персонаж. Какой-то, я не знаю, в голове у него сосульки, что ли? Лединки. Странный чувак. Да, быстро он раскромсал. А, кстати, за ним был сундук. Ну что, давайте-ка выйдем, наверное, отсюда. Во-первых, мне нужно взять скилл, который будет отображать, естественно, наши ловушки, которые там меня везде будут подстерегать. Так, костюмчики ерундовые. Давай вот сюда перейдем. И для этого нам понадобится вот это вот. Вместо, наверное, вместо... Твою ж налево. Вместо... Я даже не знаю. Давай вот сюда, наверное, поставим. Так. И пойдем еще немножечко пробафаемся, потому что, ну, у нас закончилось, естественно, с вами питание. А, как говорится, режим питания нарушать нельзя. Сила умений, покупаем. Все, да? И поехали. Так, друзья мои, что у нас? Все отлично, все хватает, все, что нужно. Все, зашибись, погнали. Так, забираем это все дело. Так, надо будет... Я не понял, подожди-ка. А почему я сейчас не увидел цветочек? Я же вроде бы как... Что-то я не врубился, друзья. Цветочек этот меня до сих пор бомбил. Хм. Или я что-то пропустил. Я, наверное, просто невнимательно шел, да? Ладно, сейчас мы с вами переиграем, посмотрим. Так, ну, ключа у нас... А, вон, все, друзья, показывают ловушки нам. Че я запереживал? Все отлично. Так, мы идем в обратном направлении. Мы можем с вами подняться опять наверх. Там у нас есть с кем подраться. Нам нужны вот эти вот костюмы. Фулочка, естественно. Давай быстренько мы их нараскумариваем. Так, отлично. Ну давай этого профессора кислых щей. Да что ж ты, они сильные. Они здесь в разы сильнее меня. Ты посмотри, что творят. Ты посмотри, что они творят. Мы хоть пройдем здесь? И как? И как ты мне прикажешь здесь быть? Так, у нас, по-моему, все-таки нужно еще раз ее бомбануть, потому что фулл сета у нас нет. У нас нет именно вот этой вот тетрадки смерти, по-моему. Я, конечно, могу ошибаться, но... Да, вот теперь у нас все хорошо. Так, нормуль. Я уж запаниковал. Хм. Либо нам идти на самый верх, либо мы можем с вами вот эту вот дверь открыть и посмотреть, что у нас тут. Ай! Я сам виноват. Так, вот, например, я активирую. Здесь мы проходим. Ну, давай с этими поделимся. Ну, а какая нам разница, что с теми, что с этими. Нам все равно в идеале нужно бомбить абсолютно всех. Я не спорю, здоровья у них, конечно, много. Так, давай, бомби. Все, отлично. Так, ловушка, еще ловушка. Что-то много ловушек. Давай попробуем с этими справиться, хотя вряд ли у нас получится. Просто повыстрелил, сделал. Это Звездных Войнов, что ли, или что? Что это за хламон? Он тут вообще в очках, главное. С какой-то сигаретой в носу. Непонятно. Заново, естественно, друзья, заново. Идем. Так, ну с этой я драться уже не буду. Мы с ней подрались, хорош. Все, что нужно, я от нее уже получил. Двигаемся с вами опять же наверх. Ключик забрали. Все у нас пока хорошо. Знаете, чего мне не хватает? Мне не хватает какого-нибудь хорошего костюма. Именно классного. Давай вот этих вот сейчас попробуем нахлобучить. Потому что они меня... В тот раз, честно говоря, очень сильно раздражали. Давай, нахлобучиваем. Так, капканчик я выпустил. Так, вроде бы, я не знаю, фулсет, не фулсет. Нет, не фулсет. Еще нам придется с ними драться. Хотим мы этого... Я хотел прыгнуть! А что это за зеленые рыбки такие? Блин, я что-то не то сделал, друзья. Я упал вообще вниз куда-то. А я могу тут? Блин, это было беспонтово на самом деле. Я думал, что меня развернут там. Ага, развернули. В общем, только лишь, я так понимаю, два костюма мы с вами успели собрать. Давай-ка я посмотрю, правда это или нет. Это истинная правда, и мы ничего не можем здесь хорошего себе взять. Да, ну-ка, а ты, ботаник, ничего не дают, да? Блин, плохо. Слушай, сколько тут еще шмоток нам нужно искать, а? Ух, друзья мои. Так, я так понимаю, бонус еще есть. 3 минуты.
Давай, погнали, погнали. И один только лишь сундук у нас открыт. Раз, два. Они где-то вот наверху, вот здесь вот сундуки. Но там мы с вами пройти не можем, потому что мы еще слабенькие. Как только мы их одолеем, тогда все будет у нас хорошечно. Так, перепрыгиваем, берем ключик. Жалко, что здесь я не могу сразу развернуться. Так, и идем с вами к Спанч Бобу. Будем разбираться именно с ним. Он меня достал. Этого ботаника мы с вами уже бомбанули. Он нам, как бы говорится, уже не нужен. А вот Спанч Боб, надо его наказать. Раздражает он меня своей наглостью. Но в капканчик его, правильно. Ну, минус ботаник. Минус Спанч Боб. По-моему, фулл сет у нас с вами. Так, рыбок я забираю. Перепрыгиваем. Ать! Лопухнулся, блин, лопухнулся опять, друзья. Ну что ж такое-то, а? Придется с этими драться, иначе у нас в холостую с... Что? Что, нифига он там стрелякает, бамбакает. Ну как же так-то? А этот в неуязвимости, я так понимаю, через него пули пролетают, да? Подставляет заднего котика. Так, ну тем не менее, костюмчик мы один. Один, ну выстрели. Фух, неплохо. Если бы я не упал бы сейчас вот вниз, да, мы бы с вами открыли бы там два сундука. Но этого мало. А где остальные-то сундуки? Для меня это загадка какая-то получается. Ладно, друзья мои, не будем паниковать. Кстати, вон там тотем у нас. К тотему тоже нужно подобраться. Ну, главное, что рыбок мы с вами собираем. Естественно, потом надо будет зайти котиков поставить на тренировку. Потому что, ну, рыбка копится, надо ее тратить. Ой, с этими-то не хотелось бы драться-то больше. Ай-яй-яй. А никак, друзья, никак не сделаешь, чтобы с ними не драться. Хотя, почему не сделаешь? Наверное, там какой-то есть другой путь. Надо будет глянуть, кстати. Ну, ботаника, валите. Отлично, бомбанули ботаника и идем сюда. Да чтоб тебе-то, елки-палки, ты моталки. Вот здесь перепрыгиваем. Вот этого ханорика, если мы бомбанем, плюс заберем сундук, вон тот вот. Наверху нам больше с вами тогда и делать нечего будет. А вот бомбанем ли мы его, вот в чем вопрос. Но бомбануть бомбанем, нам нужно будет два раза или три к нему идти. Потому что костюм состоит именно из трех шмоток. Ать, я успел, друзья мои, забрать. Костюм состоит из трех шмоток. То есть оружие, костюм и прическа. Поэтому, опять же, все заново. Все равно будет, по-моему, друзья. Как ни крути, я все равно этот уровень пройду. Да, возможно, потрачу для этого. Что ты, Рэй, что ты вот делаешь? Что ты... Ой, жестко, жестко нубишь. Ладно. Нафига ты так сделал? Я просто хотел, знаешь, что сейчас сделать? Пойти по нижней ветке, где у нас дверька, вот здесь вот сейчас перепрыгнем. Вот сюда я хотел, да, правильно. Так, давай тотемчик этот с вами возьмем. А почему я там не упал вниз? Почему вниз я не упал, друзья? Так, погоди, чтобы вниз упасть, что нужно для этого? Для этого нам не нужен вот этот вот глаз, по-моему, да? По-моему, так. Хорошо, ладно, накумарим этого лисенка. Заберем здесь. Так, тут перепрыгиваем. С этими нужно будет еще разобраться. Мы их не добили в прошлый раз. Точнее, мы как бы... Да, у нас не получится их добить. По здоровью мы с вами слишком ватные. Этот бегает... Посмотри, сколько он. На 128 они бомбят, и мой на 70. Обалдеть, просто, естественно, отдуплился. Дай-ка я выйду, по-моему, у нас с вами закончился бонус по скиллам, естественно. Но прежде чем его брать, я зайду в костюм, в костюмерную. Так, вот, Спанч Боб. И давай глянем, глянем с тобой. Так, это прибавки к здоровью, это все не то. Какие-то бонусы очень странные, на самом деле. Ну, тут неплохая прибавка, смотри, как ХП. ХПшкам, но никакой радости почему-то у меня нету. Так, погоди-ка, смотри-ка, вот этот лук будет получше. Ну, это пушка, точнее, да? Вроде бы так. Все, отлично, друзья мои. Мы с вами идем питаться. Деньги, слава богу, есть. И проходим дальше этот 14-й уровень. Долгий, нудный, а другого варика нету. Понимаешь? Нету другого варианта нам. Так, ну, наверное, мы все-таки пойдем с вами наверх сейчас, да? Здесь нам будет потом немножко попроще по низу так бродить, шататься. Надо с верхушками разобраться, там как раз сундук откроем. Нужный нам, и все будет хорошо. Так,
Что ты там, котик, орешь? Мне просто некогда на тебя отвлекаться. Да, естественно, мне придется вот с этими охламонами драться. Хоть я и не очень жажду. Давай, 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 в капкан их. Ну, отлично. Ну, нормулька. Так, идем. Перепрыгиваем ловушку эту. Вот сюда, отлично, друзья мои. Вот этого охламона нам придется с вами еще два раза бомбить. Да, потому что если мы сейчас выбьем, ну, на худой конец оружие или... Да, оружие выбили. Ага, мы можем даже немножко сделать по-другому. Могли и с нижними подраться. Но, естественно, вряд ли мы их смогли бы забомбить, потому что мы уже, как говорится, потрепанные были. ХП у нас мало. Скиллов практически не было. В общем, еще раз идем с вами наверх. Это, я думаю, последний разок, да? Именно с верхушками мы с вами закончим, чтобы нам туда уже не возвращаться. И будем разбираться уже с нижними юнитами. Я думаю, это оптимальный для нас вариант. Кстати, я уже который раз хотел пойти в тренировочную, потренироваться, и все время это забываю сделать. Ты прикинь? Так, ботаник минус. Спанч Боб, естественно, сейчас тоже минусанется. Ну... Отличненько, хорошечно. Так, двигаемся с вами дальше. Тут перепрыгиваем. Тут перепрыгиваем. Ну что, олух. Не знаю, кто это такой. Ну, в любом случае, нам нужно его бомбануть. Как только его уничтожаем, у нас все будет четенько. Все, фулл сет. Спрыгиваем сюда вниз. Попробуем вот здесь, может быть, кого-нибудь получится у нас бомбануть. Хотя вряд ли. Слушай, ну мне нравится, как на 214 вот этот капканчик бьет. Это очень, кстати, классно. Очень классно, но вряд ли мы тут, конечно, с вами выживем. У них не в пример мне атака, ты посмотри. Эх, жаль. Жаль, жаль, жаль. Так, давай-ка глянем. Не сдавайся, на вас вся надежда. Не забывай про тренировки. Вот, кстати, хорошо, что ты мне напомнил про тренировки. Давай. Чук-чук-чук-чук-чук, такой звук. Так, и у этих, естественно, в первую очередь атака. Почему атаку, ребята, я прокачиваю дальником? Потому что пока танки впереди бомбят, эти должны стрелять. И как можно быстрее. Вот для чего. Потому что ХП им нужно, конечно, ХП, но не так, как нашим танкам. Фух. Ну что, у нас там по костюмам-то... Да подожди, ты, елки-палки, не сюда забежал. По костюмам, говорю, покажи мне, пожалуйста. Да. С ледяшкой мы закончили. Кстати, кстати, смотри. Танку, танку 20 ХП вместо 8 атак. Заманчиво, да? 20 хп вместо 8 атак. Невыгодно. Невыгодно. В общем, я скажу тебе одно. Поверху нам уже не надо бегать. И мы с тобой берем нижний ряд и средний ряд. Так что все у нас нормулька. Что по питанию? По питанию все отлично. Погнали. Нам осталось-то совсем ничего, друзья мои. Вообще, малеха. И мы этот уровень с вами пройдем. Да что ж ты рано так прыгнул-то, господи, ну... Ладно. Ну, как всегда, ребят, без приключений вот никак не обойтись, без какого-нибудь косяка. Вечно напортачу что-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь, как-нибудь. Так, ну что, наверх мы с вами не идем, естественно, да? Мы будем вот здесь вот понизу бродить. Вот этот вот тотем активируем. Слушай, а вот мне интересно, а как я вниз-то должен попасть? Вот к этим олухам. Я, кажется, понял. Мне нужно избавляться от скилла вот этот вот глазик. Он, по-моему, нам дает, да, возможность проходить. Ну, по тем штучкам. Так, все. По-моему, фулсет, да, или нет? Там внизу, кстати, и сундучок. Так, давай попробуем с этим разобраться. Раз, два. Все ловушки сразу активирую, друзья. Абсолютно все, потому что, ну, тут уже, как говорится, выход, конец. Ну, пробомбите, пожалуйста, одного вот этого охламончика. Отлично. И вот у нас тут выход. Слушай, а давай проверим. Давай проверим с тобой такую теорию. Если я, например, уберу у нас вот этот вот... Где он? Где этот скилл? Вот этот скилл уберу. Да? Или лапка? Слушай, я не помню на самом деле, какой за что отвечает. Ладно, давай проверим. Так, вот этот костюмчик мы тоже с вами забрали. Так, проверочка идет. Фиговый костюм на самом деле. Так, а у тебя что? У тебя что-нибудь такое хорошее есть? Ничего, опять же, нету. Ладно, друзья мои, это не важно. Сейчас будем с вами тестировать. Два сундука еще у нас тут. Невзятых. Хм.
Ладно. Вот, короче, два персонажа внизу и... И какие еще два персонажа? Вот эти вот, да, получается? Сейчас проверим. Сейчас мы с вами все это будем проверять на личном опыте. Если я не то взял, нам придется с вами что-то другое искать тогда. Так, здесь... Вот здесь мы можем ходить спокойненько, да? Ладно, предположим. Ну как, мне надо вниз поп... Блин, подожди, друзья мои, мне надо вниз попадать. Зачем я сюда пришел? У нас же все... У нас же все вроде бы от них получено. Да? Мне нужно попасть именно вниз. Блин, а что же отвечает за... Что же... Блин, как мне вниз-то попасть, а? Так, у этих, по-моему, мы все забрали или нет? Ладно, давай бомбанем их. Заодно и проверим. Заодно и проверим. Так, нет, друзья мои, еще бомбить и бомбить. У них, как говорится, еще есть порох в пороховницах. Хм. Меня интересует, как мне попасть вниз. Заново. Давай глянем по карте. Мне нужно вот сюда упасть. Мне нужно сюда упасть. Слушай, мне для этого, по-моему, не надо брать тотем. Да? Так получается? Мне не нужно брать тотем. Хорошо, попробуем сейчас без тотема. Если я не буду брать тотем, я, наверное, смогу провалиться вниз. Если я смогу провалиться вниз, соответственно, я смогу забомбить тех чувачков, взять два ящика, которых нам не хватает, и, соответственно, собрать шмотки. Проверочка, проверочка, друзья мои. Тотем я этот не беру. Нет, друзья мои. Блин, да что же нужно убрать, чтобы я не проходил, не мог идти вот по этой вот фигне. Не помню я, хоть убей ты меня, а. Так, что же нам нужно с вами убрать? Лапку, может быть, лапку нам нужно убрать. Друзья, скорее всего, лапка. Мы проверим сейчас с вами. Вот сейчас я сброшу все это дело. По-моему, лапку, да. Ну-ка, избавляемся с вами от скилла лапки. И, например, возьмем, ну, любой другой какой-нибудь. Вот этот, да? Вот так. Хорошо, поехали. Я знаю, что мы можем как-то не ходить. Погоди-ка, погоди-ка, у нас там что, костюмчики, что ли, два? Так, ты меня с панталогии-то не сбивай, родной. Верни мне... Так, вот. Дай-ка я заценю, что... Во, смотри-ка. Вот это хорошо. Шапочку сюда возьмем. Курточку мы с тобой никуда не будем брать, по ходу дела, да? И дальний бой тоже никуда. Что у тебя здесь? Так, ерунда. Ерунда. Ага. Вот так вот. Отлично, друзья мои. Ну что же. Получается, нам не хватает только лишь два костюма. Так, давай-ка мы, наверное, перекусим. 52 секунды. Это вам будет маловато нам. Сила умений. На 6 минут продлеваем и бежим. Вся загвоздка в том, что мне нужно попасть вниз. Короче, смотрите, друзья мои. А, нам этих все равно нужно еще бомбить. Да, не хватает головного убора. Ладушки. Не хватает, значит, мы с вами его получим. Давай, вначале мы проверим, смогу ли я действительно не ходить. Да, все, друзья мои. Видите? Оно не активно. Видите? Значит, все у нас с вами сейчас получится. То есть я смогу провалиться вниз и бомбить себе спокойненько тех персонажей. Да. Вот так вот, нормуль. То, что я хотел, то и получил. Так, идем с вами сюда вниз. Ай, тотем. Без тотема-то я же... Твою же налево, куда я иду сейчас? Нам нужно развернуться. Нам нужно стукнуться об дерево. Обязательно. Черт, хорошо, что здесь вот так вот все. Тотемчик забыл взять. А я просто и не думал, что он там нужен. А там, оказывается, дверь у нас стоит. Вот она. Через нее-то нам нужно проходить. Вот так вот. И вот они, два архаровца, которых мы с вами должны бомбануть, друзья мои. Естественно, мы это сейчас с вами сделаем. Нам надо будет сюда три разика заходить. Потому что у них три шмотки. Видите, да? Костюмчик, оружие и... А, у этого даже очки. Так, и, конечно же, мы с вами берем здесь все сундуки, которые нам нужны. Ать, хорошо. Кстати, можно было бы успеть, кстати, запрыгнуть еще к тем двум архарцам. Потому что, насколько я помню, мы все-таки не добили их. Да? У нас костюмчики еще не дособраны.
Замечательно. Слушай, ну вот я уже привык адаптировался к этой игре. Довольно прикольная, милая. Хоть и говорят, что Рэй, это игра старая. Да какая разница, друзья мои, что старая. Мне наоборот нравятся старые игры. Сейчас современные игрушки — такой бред. А это, ё-моё, классика жанра. Марио, ё-моё. Шучу, но тем не менее. Так, давайте-ка мы этих олухов бомбанем. Естественно, естественно, бомбанем. Мне нравится вот этот скилл рыбки, где чу-чу-чу-чу. Неплохо так бомбит. Так, сейчас, опа. Еще разочек все равно придется заходить, как ни крути. Вот здесь нужен будет нам костюм. Так, рыбок мы забираем. Так, вот здесь попробуем, смотри, опа. И мы их поймали, да? То есть, если я не ошибаюсь, нам еще что-то от них нужно. Или я путаю? Сейчас проверим, друзья мои. Сейчас мы это с вами проверим. Или не проверим. Мы, по-моему, не проверим с вами это. Ну, выстрел один. Нет, нет, нам от них ничего, к счастью, не нужно. Хм. Так, получается что? Получается, нам нужно еще одну последнюю заходку сделать. И все, друзья. И, как говорится, ваша боль уйдет. Да куда ты? Ваша боль уйдет, я в плане того, что, как говорится, пойдем уже отдыхать. Не буду утомлять вас длинными видосиками. Я прекрасно понимаю, что никому, наверное, не нравится смотреть одно и то же. Но как бы это выглядело бы, друзья, если я вот так не буду проходить, вырезать и показывать тот момент, где я уже бью противника. Я думаю, так тоже неинтересно. А вы можете написать в комментариях, как вы желаете. Вы знаете прекрасно, я прислушаюсь к вашему мнению и делаю по возможности для нас всех, чтобы было удобнее. Так, поехали. Жик, неплохо. То есть по последнему удару мы сейчас, ой, по последней заходке мы сейчас с вами делаем, да? Да, фулл сет, а здесь нам нужен, да. Все, отлично, друзья, этот уровень, по идее, у нас должен быть пройден на короночку, да? Ну, то есть мы должны на 3 звезды. То есть корона у нас здесь обеспечена. Кто не верит, тому в глаз. Давай проверим. Ну вот о чем я вам и говорил. Ну что ж, друзья, на этой ноте, я думаю, мы с вами будем закругляться, да? Давайте посмотрим костюмчики, которые мы с вами здесь новые приобрели. Вот он. Это у нас Devil May Cry. Вот что я сейчас вспомнил. Да-да-да, именно. Да уйди ты, ты можешь мне... Ой, не дает. Так, что здесь? Давай посмотрим. Ерунда. Костюм тоже ерунда. Ближний бой. Дает скорость, но минус к атаке. Нет, не годится так. Здесь у нас... О, вот тут вот. Тут вот можно, друзья мои, можно вот сюда, наверное, поставить. А? С пушками. Красавец. Так, шляпочка ничего не дает. И курточка тоже ничего не дает. Ну что ж, друзья мои, на этой ноте, пожалуй, мы с вами будем закругляться. Я думаю, что мы еще немножечко поиграем и скоро уже пройдем эту игру. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.